Ну, это уже классика. Чарли и шоколадная фабрика. Год 2005. Это Грета и Вью. Еще молодой Джонни Депп. Великолепная роль. Великолепный фильм. Игра актеров. Приготовьтесь к шоколадному вкусу приключений. Режиссер легендарный Тим Бёртон. Бюджет 150 миллионов долларов. Сборы в США на 206 миллионов. Сборы в мире, 474 миллиона. Ну, просто обогатил. Ничего не надо делать теперь никому. Потому что много денег. Зрителей в Америке 32 миллиона. В Великобритании 8 миллионов. Сборы в России 1 миллион долларов 140 тысяч. Премьера в России 25 августа 2005 от Кара Премьер. Ну а премьера в мире 10 июля 2005-го, релиз на DVD 24 февраля 2011-го, CPD Digital, был релиз на Blu-ray 19 мая 2009-го от Universal Pictures, и всего лишь номинация на лучшие костюмы Оскара 2006-го. Джонни Депп, Фредди Хаймер, ну они же, конечно же, взрослые все эти ребята и девчата, Хелен Боннем Картер, Ноа Тейлор, Дип Рой, Дэвид Келли, Анна София Робб, Кристофер Ли, Адам Годли, Мисси Пайл и другие. Есть мюзикл, самая-самая, наверное, классика 1971-го, я думаю, мы обязательно доберемся и посмотрим, и сделаем свои выводы. Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Вилли Вонки, Вонки! Только представьте! Травяные луга из сладкого мятного сахара и шоколадной комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовой сахарной лодке. Или поставить эксперименты в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате. Или отправиться в стеклянном лифте в телевизионную комнату. Вы найдете слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии. И даже тайны, что оно может станет настолько же приятным и сладким для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. Так и захотелось сейчас шоколада и вкусных сладостей. Ну а почему бы и нет? 8 баллов этой легенде от Тима Бёртона. Обязательно к просмотру всем детям. Да и этот фильм все-таки семейный. Чарли и шоколадная фабрика 2005 год, как давно это было, но смотрится просто бесподобно. Тайны хранят все-таки фабрики Чарли и Вилли Вонки. С вас лайки, подписки на канал Грета в Яндекс.Зен. Помощь, а то будем очень признательны. И welcome back.